8 октября сгорело 1000 тюк сена у жителя села Тория Сарибека Малхасяна. От пламени скида также сгорело частично покрытие дома и окна. По словам жителей, пожар возник к 14 часам. Первыми увидели соседи, сообщили хозяйке и сразу позвонили в пожарную службу. Пожарная бригада Нинасминского муниципалитета провела соответствующие мероприятия по устранению пожара.